Дверь. На двери нельзя без записи. Под Путиным в кресло вкресленный, с небесным окладом высок и гладок, сидит облегченный смотрящий. На нем дорогой костюм, в кармане ручка на страже. Возле другого уголочком торчит значок «Единая Россия» со стажем. Весь день сплошная работа, умом. Во лбу непролазная дума. Как ему устроить куму? Куда пристроить сына? Он сюда пристроил мелкую сошку. Везде у него по лазутчику. Он знает, кому подставить ножку и где иметь за ручку, а кого за попку ущипнуть. Каждый на месте, невеста в тресте. Гум в гум. Брат военкомат. Все шире периферии родных, в конторах чиновничьих узких. Не вместишь всех сортов добротных, спецставки, льготы, премии. Он специалист, но особого рода, он в слове мистику стер. Он понял буквально единство народов, как счастье только своих братьев, тет и сестер. Он думает, как сократить ему свои штаты. Укреп не глаза, а угли. А может быть, место это оставит для любовницы Наты. У Наты формы округлей. А там в приемной сдержанный гул. И воздух от чада отспирается. Ответственный и жмет плечами. Не могу. Да, нормально, дела разбираются. Зайдите еще через день-другой, но дней не дождется жданных. Напрасно проситель согнулся дугой. Нельзя! Не все справки не хватает. Наконец-то понял обшарка паркет. Нет, порывшись в пломате, проситель кладет на стол конверт с пачками купюрных справок. Ладонью конверт заслоня, взрумянились щечки и пончики. Со сладострастием пальцы слюня, мерзай, считай, тыщеночки. Были чужие тыщеночки, стали уже свои тыщеночки.